эти колеса как там крутятся. Поездка. Ты хочешь свою машину из меня добить, что ли? Скажи, как это было. Тихо, давай сейчас снимаем. Да, у меня такое не просто нельзя, у меня такую жопу с моими еще покрышками. Ну согласись, Саша, веселуха, не? А? Это только зимой можно так повеселиться. Нет, вот как раз таки поломать машину только летом можно. Вот сейчас без особых проблем можно, да, машину не поломаешь. Ну, конечно, можно при желании, но... Ну, это может совсем тупо быть. Ну, я немножко поломал себе, смотрю, уже. Добавил Леша, да. Ну, это еще когда ты первый раз залетел в игру, она уже так отогнулась. Ну, она у меня так до этого отгибалась. Мы хотим покататься. Мне кажется, кстати, вот это лист чисто уже какой-то. Да, что-то подозрительно там какие-то. И вот эти елки, кстати, они все молодые. Я думаю, здесь... Это что сны? Ну, не знаю, но вздрючат по-любому. Или... Это какой-то свежевысаженный явно. И специально, по-моему, на продажу. Ну да. Я думаю, тут не стоит. Какие окна выбиты там? А что там, мужик недовольный был, да? Не-не, не недовольный просто. Не, он такой, типа, тулок, тулок, что-то там сказал тебе. Ну что, ты не можешь подвинуться? Не, он сказал, типа, брал отсталок или, ну, или тулок по этой. Типа, не, ага, не... давай, как он. Причем, я так понимаю, что он, наверное, недовольный мной был, потому что он туда ехал, а потом обратно ехал. Вот. Что я, типа, всеми путем торможу. Сейчас.